Всем привет! Сегодня мы будем с вами вязать вот такую куклу. Для нее нам понадобится пряжа. Пряжа у меня будет Ернард джинс. Я буду вязать Ернард джинс. Буду вязать вот таким вот цветом тельце. Таким цветом у меня будут ботиночки и берет. Таким цветом я вяжу, буду вязать платьюшко. Волосы у меня будут таким цветом. Вот такой вот цвет коричневый. У этого такой. В остальных я бумажки выбросила. Что-то у меня их нету. Вот черным и с белым у меня будут колготочки, черные и белые. И шарфик я тоже буду вязать черным. Дальше нам понадобятся глазки. У меня глазки, сейчас скажу, 5 миллиметров, даже 6, наверное, 6 миллиметров глазки. Холофайбер, у меня шарики такие. Пуговичка для, такая у меня будет для шарфика. Эти пуговички такие я пришью на платьюшке. У меня они будут как бы вот так вот сидеть. Вот. Крючком я буду вязать всю куклу 2,5. А ботиночки надо чуть побольше. Я возьму крючок третий. Не видно. Ну, в общем, номер 3. Вот таким вот клеем я приклеиваю волосы, чтобы не пришивать, я их приклеиваю. Так удобнее мне. Дальше, ну, соответственно, иголочка мне нужна будет, чтобы пришить хвостики. Вот, что еще. Ну, вот кукла у нас такая, у нее снимается берет. Вот. Ботиночки. Я, наверное, посмотрю еще в дальнейшем. Может, я их сделаю застежкой, чтобы их можно было снимать, потому что здесь их очень сложно снимать без застежки они. Вот. Я буду делать, наверное, застежкой. Глаза на безопасном креплении. Ну, в общем, вот все, что нам понадобится для этой куколки. Итак, начинаем вязать куклу. Делаем кольцо амигуруми. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо. Второй ряд. Делаем прибавление в каждую петлю. В итоге получаем 12 столбиков. Делаем прибавку. Третий ряд. Делаем столбик без накида и одна прибавка. Один столбик, одна прибавка. Так, 6 раз. В итоге у нас по кругу получается 18 столбиков без накида. А еще хотела сказать, что я начала с черного цвета, так как у меня штанишки будут, ну, вверху заканчиваться этим цветом. Продолжать я буду этим черным цветом. У меня полоски получаются так, что у меня последний ряд черный, и я иду дальше черным. Если вы хотите вязать белым, то начните с белого, потому что по счету получится так, что белый цвет, например, если вы хотите белые штанишки вверху, то он должен закончиться белым вот здесь. И дальше вы пошли белым. По количеству рядов у нас получается, если мы делаем по 3 ряда цвета каждого, то в конце у меня получился черный, получится. Вот, а если вы хотите, чтобы получился белый, то начинайте с белого. Так,
следующий ряд. Я оставлю маркер, чтобы не запутаться. 2 столбика без накида и 1 прибавка. Делаем 1, 2 и прибавка. И так по кругу 6 раз. 2 столбика и 1 прибавка. Получаем в итоге 24 столбика без накида. Так, дальше у нас 5 ряд. В 5 ряду мы делаем 3 столбика без накида и 1 прибавка. Так по кругу 6 раз. В итоге у нас получается 30 столбиков без накида. Так, 5 ряд мы закончили. Заканчивая вот так. Сейчас у нас будет смена цвета. Я последнюю петельку, не довязывая до конца, добавляю сразу другой цвет. Ну, так более аккуратнее, мне кажется, выглядит. Вот, закончили мы. Так вот, 5 ряд. Дальше. 6 по 12 ряд мы вяжем по кругу без изменений 30 столбиков без накида, чередуя 3 цвета белого, 3 цвета черного. В 12 ряду мы с вами встретимся. Так, закончили мы 12 ряд. Дальше у нас 13 ряд. Вяжем его вот так. Пять столбиков провязываем без накида. Четыре, пять. Делаем убавку. Я делаю убавку за передние полупетли. Дальше делаем 4 столбика без накида плюс убавка. Повторяем это 3 раза. И у нас остается 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Вот. 14 и 15 ряд вяжем без изменений по кругу 26 столбиков. Так, дальше у нас у меня на 15 ряду смена нитки была. 16 ряд. 4 столбика без накида. Убавка. 1, 2, 3, 4. Убавка. Дальше у нас 3 столбика без накида плюс убавка. Повторяем это 3 раза. 1, 2, 3. Убавка. 1, 2, 3. Убавка. Второй раз и третий раз. Должно 5 столбиков. Провязываем их. 1, 2, 3, 4, 5.
Следующий ряд у нас 17. У нас здесь получилось 22 столбика. 17 ряд мы провязываем без изменений по кругу, 22 столбика. Следующий ряд у нас 18. Значит, вяжем его вот так. 3 столбика без накида, плюс убавка. 2. Убавка. Потеряла. Потом 2 столбика без накида плюс убавка. Повторяем 3 раза. И остается у нас 5 столбиков. Провязываем их. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь с 19 по 48 ряд. У нас здесь по кругу получилось 18 столбиков. Так вот, этих 18 столбиков с 19 по 48 ряд мы вяжем без изменений, не забывая чередовать нитки, цвета. И по ходу вязания наполняйте ножку, чтобы вам удобно потом было. Вот. В 48 ряду мы с вами встретимся. Вот я провязала 48 столбиков, наполняла по ходу вязания. Первую ножку вы провязали, нить обрежьте, я ее уже связала, вот у меня она готовая, первая ножка с обрезанной нитью. Вяжем вторую ножку точно так же, вот, нитку мы не обрезаем, будем их соединять. Как мы их соединяем? Мы берем первую ножку, где у нас нить осталась, соединяем два края, вот, и провязываем 9 столбиков. Раз, аккуратненько, не спеша. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И у меня 9 получается вот одна петелька. Я ее захватываю. Вот, соединили обе стороны. Теперь набираем 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Берем ножку. Я вот у меня вот тут вот были переходы. И берем ножку вторую так, чтобы у нас переходы были тоже вот не внутри, а сзади, чтобы симметрично получилось. Вот. Я ее чуть-чуть тут дополню. Получается, одна ножка поплотнее получилась. Старайтесь, чтобы они были одинаковой плотности. Вот. И соединяем точно так же. Столбиков.
5. Все, я сделала 9. В общем, вот соединила. Это был 49 ряд. 50 ряд мы вяжем по спирали. Сначала 24 столбика за передние. То есть мы по кругу будем вязать. Будем брать полупетли. Не за всю петлю, а за полупетли. Будем брать одну петельку. Вот. Раз. Полупетельку взяли. Два. Три. В общем, и так далее. Берем за полупетли и здесь, и везде провязываем по кругу. В итоге у нас должно получиться 48 петель. 24 с одной стороны, 24 с другой стороны. Так, 50 ряд я сделала. Вот получилось так вот. Надо по кругу 48. Теперь нам с 51 по 62 ряд без изменений мы вяжем по кругу. Начинаем вязать уже тело. Без изменений. Встретимся на 62 ряду. Без изменений вяжем 48 столбиков. Связала я 62 ряда. 48 петель. Дальше меняем цвет на цвет одежды. И провязываем по кругу еще 63 по 65, 48 петель без изменений. Уже цветом одежды, платьюшка. Я думаю, вы справитесь сами. Вот, встретимся на 65 ряду. Вяжем без изменений. Так, связали мы 3 ряда цветом платьюшки. Это 65 был ряд. Дальше 66 ряд мы вяжем за заднюю полупетлю без изменений. 48 столбиков, но только за заднюю полупетлю. И провязываем до конца ряда. Так, дальше вяжем 6 рядов 67 по 72 ряд. Также вяжем без изменения 48 столбиков без накида. В общем, вяжем. Мы закончили за заднюю петлю провязывать 66 ряд. У нас 48 петель. Теперь 67 по 72 ряд, то есть 6 рядов мы вяжем без изменений за обе полупетли. За обе петли. Вот, и так вяжем по кругу 6 ряд. В 72 ряду мы с вами встретимся. Связали мы 6 рядов по 48 петель, 48 столбиков без накида. Дальше у нас 73 ряд. Вяжем мы, значит, 6 столбиков без накида плюс убавка. Раз, два.
3, 4, 5, 6, плюс убавка. И так по кругу до конца ряда 6 раз. 6 столбиков плюс убавка. В итоге у нас должно получиться остаться 42 столбика без накида. Уже начиная с этого ряда, я начинаю наполнять. Потому что потом будут убавления и будет неудобно. Наполнителем. Я наполняю, стараюсь наполнять как бы вроде бы и плотно, и в тот же момент, чтобы она, игрушка, мягкость свою осталась у нее. Такая вот была не сильно крепкая. Дальше будем мы наполнять, конечно, по ходу вязания потихонечку. Такие вот уголочки, чтобы не были тоже пустыми тут совсем. Тоже я их заполняю. Чтобы не выпирала, ну, и не пусто там было. Так, следующий ряд у нас. Так, сейчас, секундочку. Так, следующий ряд мы вяжем. Это у нас будет 74-й ряд. Мы вяжем 5 столбиков без накида плюс убавка. И так повторяем 6 раз. В итоге у нас должно остаться 36 столбиков без накида. Провязали мы 74-й ряд. Теперь вяжем 75-й ряд без изменений. 36 столбиков без накида. Провязали мы 75-й ряд без изменений. Дальше вяжем 76-й ряд. 4 столбика без накида плюс убавка. Повторяем это 6 раз. В итоге у нас должно остаться 30 столбиков без накида. Не забывайте наполнять по ходу вязания. Вот, вяжем. Закончили мы 76-й ряд. Здесь у нас будет цвет меняться на цвет тела. У меня он такой вот молочный немножко. Вот. Нить розовую обрезаем. Она нам уже не понадобится. И 77-й ряд мы провяжем без изменения цветом тела по кругу. 30 столбиков. Следующий у нас ряд 78. Здесь мы вяжем 3 столбика без накида плюс убавка. И так повторяем по кругу 6 раз. И в итоге у нас должно остаться 24 столбика без накида. Три столбика без накида плюс убавка 6 раз. Провязали мы 78-й ряд. 3 столбика без накида плюс убавка 6 раз. У нас получилось 24 столбика. Теперь с 79 по 81 ряд. 3 ряда мы вяжем без изменения. 24 столбика без накида по кругу.
Связали мы 82 ряд. Ой, простите, 81 ряд. Что у нас получилось на этом этапе?